Добрый день, вас приветствует компания «Электромотор». Мы хотим представить вашему вниманию насосную станцию от торговой марки «Грундфос». Здесь представлена у нас моделька MQ345. Насосная станция малошумная, малогабаритная, с кучей всяких защит и преимуществ по отношению к другим насосным станциям на базе гидроаккумуляторов. Здесь у нас имеется, как мы видим, сама насосная станция, многоступенчатая насосная часть, выполнена с нержавеющей стали. Вход сверху, выход сбоку, подключение у нас классические, 1 дюйм, 25 миллиметров. Все выполнено с плотного, хорошего пластика. Степень защиты довольно-таки высокая, можно ее устанавливать в приямках и в подвалах, в квартирах даже можно устанавливать, потому что она довольно-таки малошумная. Вот, за счет того, что она идет как минимум в пластиковом корпусе, как максимум то, что двигатель омывается водой и как бы шумность его уменьшается. Здесь мы можем увидеть, установлен здесь у нас внутри гидроаккумулятор, он небольшой, мембрана, которая позволяет забирать гидроудары, а также поддерживать автоматическое ровное давление в системе водоснабжения. Сверху сами так называемый компьютер на насосной станции. Здесь мы можем видеть кнопку включения и отключения. Также сигнальные лампы. Они нам показывают там, о том, что произошла ошибка или другие вопросы. Она засветится, вам нужно будет посмотреть или в инструкции по эксплуатации, или позвонить на сервис. Имеется также в комплекте поставки кабель с вилкой, подключение к сети 220 вольт. Насосная станция имеет мощность 1 киловатт, 3 куба в час, 45 метров. То есть довольно-таки производительная и немного потребляет электроэнергии. Имеет защиту от сухого хода, от перепадов напряжения и малошумная. Очень хорошо ее использовать не только для полива и водоснабжения, а также для повышения давления в многоквартирных домах. По вопросам покупки данной станции обращайтесь к нашу компанию по телефончику 044 530 38.